Хариум, дорогие друзья, мы продолжаем изучать вот эту огромную категорию нашего вообще мира нашего, который называется воображение. И мы видим, что на самом деле вообще непонятно, что тут происходит. То есть древние греки, древние там цивилизации, конечно, изучали, да. У нас был период в Советском Союзе, когда вдруг мы поняли, как, что мы там можем с воображениями делать, куда там все там, ту-ту-ту-ту-ту. И сейчас у нас четыре дефиниции, и все эти четыре дефиниции говорят о том, что органы чувств никак не причастны к воображению, а воображение, которое где-то там у меня, то ли это моя способность, то ли это моя творческая там возможность, она там где-то сама по себе проходит. И вот одно из последних терминов, которые мы выучили, что воображение является нашим потенциальной рожденной способностью. Мы обладаем потенциальной возможностью воображать. Понимаете или нет? То есть в таком случае мы, когда говорим о вот потенциальности и актуальности, мы говорим тогда, что, по-видимому, в нас есть что-то, нечто от потенциального неактивного ума, который мы называем Бог, да? Ведь я же разумный человек, и у меня же есть процесс там, да? Значит, вот этот во мне находится потенциал, который там находится, конечно же, в категории разумный потенциал, правильно? Как здесь я нахожусь в категории мыслящее разумное существо, то есть я не камень, да? Ну, может быть, буду скоро. Так вот, что мы знаем о воображении с древних времен? Мы знаем, что мы рождаемся с этой способностью. В нас есть это дунамо. И взрослые вокруг тебя, вокруг ребенка, их задача тренировать процесс, который называется evoke worlds, пробуждение внутренних миров. И один из процессов вот этого тренировки фундаментальный – это рассказывание сказок, повествование, в котором точность выбранных слов является фундаментальным фактором для пробуждения миров. Понимаешь? И являешься ли ты, кем ты там себя считаешь, какая разница, если у тебя в голове когда-то пробудился мир колобка, ты являешься миром вот этого языка, понимаешь, что внутри тебя, каким бы ты там ни был, если у тебя Котигорошка тебе бабушка когда-то рассказала стих, то у тебя в голове такой мир и существует, понимаешь? И чем древнее сказка, видите, да, чем лучше, класснее там прописаны слова, тем эти точные слова пробуждают ребенка мир вот этот вот, да. Интересно, вот вопрос возникает, да, о том, что существуют ли у нас какие-то книги, которые связаны с процессом воображения, да. И мы поговорим о Библии, ребят мои, потому что я вам расскажу, о где там работа над воображением, да. Но то, что существует книга, которая называется «Катха Упанишада», в которой конкретно дается игра на воображение, которая называется «Игра с 11 воротами», да, представь себе там город, тру-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Это 6 дней идет игра с детьми, в котором дети учатся строить, придумывать в голове определенные ментальные там конструкции, и потом через вот эту вот игру вдруг осознавать, что такое Брахма. Понимаете? Интересно вот что, что самый даже маленький ребенок в детстве, когда ты ему говоришь, а теперь я тебе расскажу сказку, он понимает, что это сказка. Там двухлетний какой-то соплюнька, который лежит, блин, там еле там бубунькает вообще. Но как только ты говоришь, что сейчас я тебе расскажу сказку про колобка, он понимает, что это сказка какая-то, что оно неправда. Если все люди, которые там проходили, были от третьего лица, он, дедушка с бабушкой, колобок. Интересно вот что, что если
ты рассказываешь ребенку сказку, но при этом говоришь, что там участвовал он, ты таким образом оставляешь у ребенка в памяти это событие. И ребенок не увидит разницу в таком случае между сказкой и собой и будет считать, что это событие с ним произошло. И вот это вот имплементация памяти в голову ребенка, понимаешь, вот это вот и есть то, чем там занимаются, допустим, там разведенные жены, да, которые там детям в голову рассказывают различные, имплементируют какие-то в голову ребенку идеи об отце, идеи о стране, идеи там о том-то, 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 том-то. Имплементируют вещи, которые не произошли, но рассказывают ребенку в первом лице, и ребенок считает с тех пор, что с ним это случилось. И вот удивительная штука, ребята, в начале же всегда у нас слово, точность выбранного слова является фундаментальным фактором для вызова миров. В начале было слово. In the beginning was the world. И давайте, наверное, мы на этом закончим, а потом мы поговорим еще о важных вещах. Мы поговорим о том, что такое воображение, фантазия. Может ли быть фантазия вообще как или это аспект, или это отдельная категория исследования, да? Что такое образ и подобие? Почему я создаю мир по моему образу и подобию? В каком мире я создатель? В каком мире я и так далее? Вы поняли, наверное, к чему я веду? Да? Все, ребята, давайте. Хари Ом, увидимся. Пока. Кто-то человек, кто-то собака, кто-то мен. Кто-то из нас баскет, а кто-то пукмен. Кто-то в Варкрафте глуба, у кого-то домино рыба, а кто-то румба. Так всегда было, ибо сансара дала выбор. Ты синица, будь хорошей птицей, может быть, когда-нибудь станешь певицей. Кем же был я в жизни прошлой? Что натворилось? Почему был сослан в эту ипостась? Ответ мне, почему я покер? Я покер. Почему я пакет? Ответа нет. Почему я пакет? Я пакет. Почему я пакет? Ответа нет. Когда? Когда ты пакет, дела особо нет. В основном ты наблюдаешь или наблюдаешь, когда ты пакет. Ты можешь прожить тысячу лет, увидеть мир, в котором зла уже нет, благодаря бабушке. У них пакеты живут долго так, я в безопасности. Летай вблизи парка Пушкина, подбери меня, старушка, носи во мне твой рот и сушь. Я твой пакет, я твой пакет.